Доброго всем времени суток, с вами Тексер, Совет Репаблик, продолжает строительство дороги, что-то кто сюда мотается, ладно, неважно, это неважно, зима ненавистная, как видите, здесь все закончилось, я посидел, подождал, дорога так странно, все закончилось, тут бы и радоваться, но сюда пока ничего не возится, а вот это я подключил, интересно. Включил, интересно. Я пока не буду напрягать дрезину стройки суда. Хотя там не дрезин, там буровой этот снаряд должен. Пусть туда пока стоит. Короче, тут надо будет закопаться под землю, тут скалу пробить. Коротким тоннелем. Вообще, мне надо на другую сторону дороги перейти. Ну, короче, тут все непросто. А тут химзавод еще у меня будет где-то впереди строиться. Угу. А вообще, у меня здесь дом строится хорошо. Дом хорошо. Так, тут нормально все. Давай, не знаю, может быть, сегодня сконцентрируемся вот на этой полянке. Кран везут. Ну, должно все наладиться. Потому что я наладил существование. Опять-таки грави. Да задрал. Грави сейчас услуг. Да, я придется грави наладить. Видите, заработало. Заработало все. Да, заработало. Не очень заработало, потому что. Ну ладно. Так, это спецтехника. Давайте мы вам еще закинем самосвал. КамАЗ. Благо, деньги есть. И бортовик. Я бы еще бетономешалку закинул, на самом деле. ЗИЛ, наверное, сам бы 12, 11, 11 ЗИЛ. Вот так. Но бетономешалки стоят, а бортовые-то с грузовиками ушли. Пожар где-то потушен. Хорошо, что я не знал о нем. Переживал. А, где-то здесь вертолет летал. Вообще, здесь еще я бы запланировал станцию. Тут большой вопрос, где? Так, знаете что? Давайте я все-таки попробую пробить тут эту гору и посмотреть, что вообще из этого всего выйдет. Собственно, что у нас тут? У нас тут вот завод планируется, и туда нельзя. То есть мне надо железкой пересечь вот сюда. Но тут смотрите, что творится. Поэтому даже не знаю. Там вообще по ту сторону дороги, вот по левую, все замусорено напрочь. Поэтому давайте все-таки туннель. Туннель. Мост. Туннель электрический. А чего? А знаете, я сюда не подключусь. Есть такая мысль. Так. Так, теперь туннель. Так, ну вот это мы, Иночка, вот это мы запретим. Не надо строить. Все. Так, давайте тогда думать дальше.
По той стороне, ну, в принципе... Да нет, там трубы, там вся фигня. Я бы, наверное, по этой стороне. Но тут химзавод вот этот меня смущает. Блин, а тут туннель меня смущает, откуда он вылез вообще. Фиг ли ему смущать? Вот, мы обойдем химзавод. А вопрос. Что бы нам с этим химзаводом сделать? Не, ну мне кажется, доставка химии путем. Ну, давайте. Препятствует холм. Почему холм ваш не препятствует? Чё не так? Ну вот линия кончилась. Вот так холм не препятствует. Не препятствует. Блин, я каким-то виртуозом тут становлюсь, вам не кажется? Я не думаю, что завод аж сюда растянется. А вы как думаете? Так, а тут туннель. Но это будет просто золотая по цене дорога, я уверен. Сюда надо проходить. Просто дорога, которая стоит бешеные деньги. Там опять где-то гравий отсутствует. Мне пофиг. Так, на суд давайте уже это... зафиксируем. Так, теперь опять туннель. Естественно, электрический туннель. Так. Не потерять. Это без мостов. А знаете, что теперь надо? Теперь надо перейти на другую сторону. А там лэп. Блин. Вот тут надо переходить. Уходить вот сюда. И там переходить. Я представляю, сколько времени будет строиться все. Так, засуд нормально. Идем дальше. Никак? Тут прям спуск, да? Хорошо, мост.
проходить? Я в стену упираюсь, нет? $2.69 так. Усраться. Но нас не напугать. Так. Продолжаем. Туннель теперь. Фигля. Опа, а тут эскалатора не свободно. А если я сейчас закуплю экскаватор, он куда-то на сторону уйдет, да? Да, попробуем. Странный экскаватор. Не уезжай. Не уезжай, экскаватор. Только не уезжай, ну тебя нафиг. Ой, а там дорога какая. Ой, не дорога, это тепло. Провод, короче. Там провод. Я сквозь него никак не пробьюсь, мне кажется. Никак вообще. Ну-ка, я могу вообще? У меня есть шанс. Ну нет, мне кажется, под такими проводами оно не проходит. Давайте хотя бы так. Я вот немножко не понял, как это работает. Ну, вроде работает. Ну как бы игра нарисовала, что я буду не спорить, что ли? Блин, вот только на это посмотреть, у меня тут все в проводах, вот все. Отключимся. Здание горит. Вот к этому зданию приеду. Я уверен. Да, они уже едут. Вон, они уже едут, они уже рядом, все, можно не париться. Скажите, замени лэп на эту, на подземку. Ну, можно, конечно. Блин, они по горам все с собой. Ну, ладно. Попытаемся дальше. Тоннель метро. Блин, вот угораздило-то. Так, убираем нафиг это все. Не нравится мне, как прошло. И туннель тоже. Он будет вести не сюда. А вести он будет. Где там еще одна? Я все пересек. Вон там еще одна.
Не, ну вот этих я пересеку, согласен. Вон, две я пересек, да? Горы. Да ладно, не горы. Но вот эта вот ветка идет вообще не в пень. Совсем не в пень. Аккурат под ветку вышел. Блин. О, нормально. Все, есть. Пересечено. И сейчас вот тут выйдем. Куда-то вот сюда. А тут ничего страшного нет у нас вроде. Блин, нет, вот длиннее идет. Бесконечно. Я сказал, только подземные кабели, больше никак. Остальное все фигня. В сравнении с подземными кабелями. Ну, еще неплохо беспроводную передачу, да. Куда экскаватор дели, ироды? А реально, куда они экскаватор дели? Жабы. А бесплатно я уже не построю стройконтору с экскаватором. Давайте посмотрим, конечно, чуть сомневаюсь. Достигнут. Опять здание горит. Два стали своими пожарами. Пожарный расчет едет. Затор на дороге. Понял. Ну, чистильщик вот этот вот, он пипец. Чё он туда заезжает чистить? И хрен там уперся. Так. Ух. Та еще трасса. Так. Экскаватор не вернули? Да как бы черта с два. Может, что-нибудь? Но он опять уедет. Экскаватор, не уезжай. Ну, конечно. И куда? Вот один. А вот туда все поехали. А, понятно. И что, строите? Ни хрена нет. Но экскаватор расположить по всем этим стройкам. Зараза. Нет, я могу маленькую контору за деньги воткнуть, просто не париться. Ну, не подсоединенную к дороге, просто вот контора. Да, блин, не надо мне к дороге, вот так. У меня нет экскаватора. О. В этом и проблема, что экскаватора нет. А, кстати, старых экскаваторов у меня тоже ничего почему-то нет. Все, можно. А, давайте туннель.
Оп. А вот отсюда мы мост. Пересекает существующую конструкцию. Да не пересекает существующую конструкцию, тоже мне. Ну, как бы да. Если что, станция будет такая не сильно пассажирская. И впал в задумчивость. Есть от чего. Так. Ну, это я сделал. Какие-то безумные количество, наверное, всего уйдут, да? Не, не безумные. Ну ладно. Проложил. Так. Тут машин нихуя. В целом мне тут пофиг. Так, давайте планировать станцию. А, мост. Депо и парки. Конечная. Платформа. Это людская. Для грузов. Что мешает постройке этого? Дорог, что ли? Ну вот так можно. Там вот. Погодите. Во, вот тут. Красота-то какая. То, что на складов тут будет. Бум. Ха. Фигнец, крутой подъем. Я фиг. Я просто... А что, выровнять нельзя? Что там с затором? Да пошел нафиг. Тут что, нереально насыпать выше, что ли? Вроде реально. Что, не сыпем? Слишком крутой поворот. Подъем.
каком, мать его, месте? Он слишком крутой. Вот так. Далее. Какие тут склады? Общие грузы. Ну, здесь хранилище. Вот. Но даже электрифицированное будет. Прикольно. Так, открытое хранилище. Для техники контейнеров. Черт его знает. Малое открытое, 300 стали пойдет. Не пойдет. Сюда пойдет. Открытая. Так. Что мы еще хотим тут? Площадка для техники контейнеров. Как бы, а нафига? А не нафига. Что еще есть? Рефрижератор. 350 тонн мяса, 75 тонн мяса. Уважительно. Это я поставлю вот так. Так вот эту дорогу ему обкусаю. Не нужна она ему. Вот. Склад рефрижератора, открытая площадка. И что? Ну и зерновой вот этот склад. Или бы нет. Насыпные грузы еще можно бы. Но у него выходов не хватит. А здесь элеватора не нужен. Давайте реально тут я сделаю насыпные грузы. Ой, нет, навалочные. Да. А какая из них ЖД? А есть ЖД-станция погрузки навалочных грузов? Есть. Поменьше есть, поменьше есть. Давайте как-то вот так тогда это делать. Нет, станция выгрузки навалочных грузов. Выгрузки навалочных грузов, это вот да-да-да-да-да-да-да. Головы похожи. А что, я построил, что ли? Иди нафиг. Это вы загружать, а это надо выгружать. Тут, наверное. О, какая маленькая. Вообще красота. Так, мы тебя вывернем наизнанку. А, ты все равно в эту сторону. Тогда вот так. Тогда вот так. Так, отвлекли. Хранилище к этому надо. Хотя малое. Для того, чтобы гравий далеко не возить, вот это вот все. Так, хранилище хранит только одно что-то.
Странное все. Ну, пошли увеличиваться, да. Ну, тут малое. Пусть будет, в принципе. А тут еще одно. Нет, нет. Я бы еще уголь просто сюда сделал. Так, тут состыковано, я надеюсь, нормально. Слишком крутой спуск, слишком крутой поворот, слишком крутое все. Недопустимые пересечения. Ну ладно, а тут-то не будут приезжать. Ну как-то вот тут. Так, что тут тогда можно сделать? Это у нас открытое хранилище, это закрытое хранилище, это рефрижератор. Ну, можно поставить элеватор. Я бы не стал. Что в элеваторе делать? А, ну, естественно, бухло, еду, одежду. Оставим пустое место. Для ясности. Все дело настолько далекого будущего, что пипец. Так, отлично. Что тут у нас? 16 тонн панели осталось. Тут у нас строят. Ни шатка, ни вал. Так, а я на паузу поставил. И жду. Ну, так, всегда когда отвлекают. Так. Тут у нас что-то халява, да? Все построили. И заняться больше-то и нечем. Угу, к мосту подошел, молодец. Да, он мост строит уже. Молодцом. Так, давайте подумаем пока над химзаводом. Нефтянку он жрет. Что нам нужно химзаводу? Химзаводу нужен склад. Желательно маленький. Так, труба войдет оттуда и... А что вообще, пардон, живет химзавод, хотел бы я знать. Ну, понятно, что нефть. Кстати, нефть надо как-то откуда-то брать. Два входа, два выхода, а больше выходов нету. Ну, какую-то ветку рвать и отводить химзавод. Ладно, это не важно. Химзавод. Так, зерно, уже весело, гравий, что производишь, Ирод? Так, дрова — это открытое хранилище. И на этом хранилище их можно мешать. Правильно? Правильно. Насыпное хранилище мешать нельзя.
зерно — это элеватор. Вода к нему водопровода надо подтянуть. Итак, насыпное, открытое, элеватор. Ну, более-менее разобрались. А что склад? Он тут разве хранится? Очень странно. Элеватор. Так, вот тебя только развернуть надо. Так, это склад. Хож для химии, хож для... А, нет, зерно в нем не хранится, по-моему, да? Элеватор. Я зерно на горбяти не буду возить, что ли? Я так замечу, что тут входа-то нормального нет. Элеваторы просто какие-то безумные. ЖД элеватора есть. Ну-ка. Ой-ё. Так. Станции погрузки. Товарные. Длинные. Навалочные. Насыпные. План не то. Элеватор. Это 800 тонны, но он чисто вот не ЖД. Ну, я что-то задолбаюсь не ЖД возить. Можно, но тяжело. Нет, с железкой тут все здоровые элеваторы. Ладно. Хрен с вами. Бахнули. Так, вода придет под землю. Отсюда забирать химикаты. Зерно. Гравий. Гравий. Вон оно где аж. Ой, блин. Хлебну я с каким заводом, чувствую. Ну давай уже пробовать. Ага, а к этой стороне надо дорогу потянуть, иначе она сгорит. Погоди, хранилище. Ну. Так даже можно ближе сюда. Только что там дорога прошла. Вот так. Все, теперь погнали башню. В
вывернуть в другую сторону надо. Так. Да. Соединилось? Вроде соединилось, да? Соединилось. Две башни. Отлично. Остановил станцию выгрузки ЖД-шную. Погрузки. Это на. А выгрузки. Погрузки-выгрузки. Не, погодите, это насыпные. Так, ты пока это приостановись. Ну, горки, а что такого? Ну серьезно, вот таким вот зигзагом, ну, по высоте. Все, да? Да, итак, еще раз. Гравий. Зерно. А к каким грузам относится зерно? Ну, не насыпной точно. Видать, грузовая станция тут должна быть. Да, грузовая станция. Вообще какая-нибудь микроскопическая. Есть? Есть. Биби. Поняли. Так. Вот биби по все. Я вот такое ощущение, что планирую тут прям активную железную дорогу, которая носится прям буду сюда. Что-то меня это очень сомнительно. Ну ладно. Мне прям так сомнительно. Вы не представляете. Так, она намного выше. И тут, блин, из моста в этот идет. Ой-ё. Подъем. Ну ладно. Тут поворот очень крутой. Так, погодите, а если я отсюда? Отсюда. Пойду вот так. Я могу. А что мне это даст? И подъем мне это даст. Допустим. О.
Есть такая буква. Так, вот это тогда сносим. Где оно потом? Вот так. Отлично. Оно вошло сюда. Мне бы хорошо теперь продолжить. Крутой спуск, елки, чудище. Да, прямо отсюда мостом. А, мост с мостом не соединяется, да? Но мост с тоннелем тем более не соединяется, знаете ли. Ух, я настроил. Я бы еще тут как-нибудь сквознячком-то построил, но я этого не смогу сделать. Вот так. Да. Размечь-то. Ё. А что, типа, если не подъем, ты бы это сделал? Серьезно? Не, ну не может быть. Полным краем какой-то, а? В общем, где-то тут сейчас такой желтым стал. Значит, вот тут я бы его вывел. А ведь выведу. Ток 100-0. Так выведу. Что мне нужно вот сюда тогда его выводить. Что он зайдет сюда, ехал туда. Не может. Ладно. Ну вот так эти химзаводы сделали. Раме... Химзавод, блин. Ну что ж, я отвлекся от всего, как вы видите, и упоролся в химзавод. Да, и в железку к нему. А фиг ли делать? А вот через все нормально. Фу. Отвлекся, так отвлекся. Что у нас тут? Ну, мост у нас строит, сталь у нас возит. Отлично. Что в нашей идейной? В идейной построили дом. Так, здесь никто не живет. Я прекрасно. Давайте я уменьшу скорость. Собака, дома под снос просто. Так. Эй, а где переселить? Отлично. Я бы не монтаж контроль тут бахнул. Бахнул один такой. А мусор откуда? А мусор куда вывозить? Но все равно надо это сделать, потому что иначе, ну, как-то странно выглядит, да? Ух, пошло. Значит, главное не увлечься. 4. А то увлекусь сейчас.
Снесу домов больше, чем можно туда заселить. Это будет беда. Ай, хорошо. Нефиг этих бомжатников жить. Проблема в том, что каждый индивидуально надо сносить. Центр точно надо учищать. Я не буду вот в большой дом пока разрешать гражданам селиться. Чисто вручную всех переселить. Этих хибар нафиг, как это не хибар. Вот хибар, это школа стоит. За хибаром почему-то. Ладно, фигня. Ну вообще, это дом первая ласточка. Я буду еще дома строить, естественно. Правда, тут провода будут мешать их строить. Черт, угрозило меня ставить не кабелями подземными, а вот так. Ладно. Ну, мне кажется, для начала первый снос у меня вот пройдет по этому кварталу, и хорошо, потому что пока и не надо. А для остальных я еще дом построю. Большой дом. Ты кто? Школа. Главное, что школу не под снос не пустить. Все, ну я центр обиходил. Сколько тут же народ в доме? 99. Все, разрешаем заселение. Это квартал под снос. Так, мне еще тут надо контору. Так, вы давайте ускоряйтесь. А, мне нужно демонтажную контору поставить. Но вывоз будет у него хрен знает куда, согласен. Да. А ты кто? Подземный насос? Ладно, не страшно. Так, демонтажная контора снос. Залог взрывчатых веществ. Ничего, нахуй черт мне надо. Вертолетная демонтажная контора. Это вообще охренеть. А есть бесплатно? А есть же. Бесплатная. Вот тут я поставлю. Нет, тут надо свои работники и все такое. Так, погнали. Работников брать тут. Взрывчатка не указана. Строительный мусор. Вот это далеко. А железный лом. Слушайте, я даже теряюсь. У нас что здесь? А тут что? По переработке чего? Стали. Вот этот железный лом, да? Все правильно. Над сталью, значит. Неудобно, что нельзя посмотреть. Менюшки соответствующие нету. Сталь сюда. Опасные отходы. Сюда. Смешанные отходы. Сюда. Что забыл? Ну, динамита нет. Так, хорошо. Техника. Скройся. А, нужен автобус. Базик хватит. Нужен мусоровоз. Большой.
Come on, buddy. Так, мусоровоз есть. Что еще надо? Ну, у него как будто тут вот лесовоз, скрытый грузовик, да? А вот он этим как-то пользуется. Ну, давайте экскаватор я ему возьму. Возможно, это как-то нужно. Что еще? Бортовой. А нужен нам? Ладно, давай бортовой какой-нибудь возьмем. Вдруг это ему как-то пригодится, не знаю. Кто нас сразу сдриснул? Бортовой остался, может быть. Экскаватор свалил. О! Я просто не знаю, что будет делать бортовой грузовик. Сейчас подумать, ничего, наверное. Давайте тогда ему просто еще один мусоровоз куплю. Будет все хорошо. Мусоровоз. КамАЗ. И пошел сразу, видите? Вот так. Что ты тут строишь, несчастье? Трудонит строишь, не работает. Будут. Будут. Ну вот так. Разгребут. Будет красота. Тут тоже разберемся. Все. Эпично. Так, мост построили? Нет. Тут чего? Тут ни хрена. Тут должно быть до хрена тогда. Тут до хрена. Тут? Тут тоже до хрена. Так, а тут я порядок навел. Тут я не то, что порядок навел, тут я станцию построил уже. Вот. Крытый, открытый. Еще бы насыпной был. Гравит, я как буду отсюда вывозить, а? Такое дело. В эту штуку насыпной не идет. Это мы уже поняли. Выгрузки почему-то меньше. Тысяча сто. И зайди. Огромная пипец. Реально пипец огромная. И что ли со всем этим делать? Допустим. Запретить пока. Погрузки. К ней нужно хранилище. Малое. Какой-то объект инфраструктуры этому препятствует. Вот так не препятствует. Так препятствует. О. Но я жду. Я бы уголек еще тогда фиганул.
Отлично. Уголек, фиган. Уголек, гравий. Собственно, все с насыпями у меня все на этом. А, так, давайте построить тут еще одну фигню. Ты спускайся. Ты не спускайся. А, так. На границу. Я что, буду уголь продавать вагонами? Не буду. Можно, но не буду. Так. Единственное, что я надеюсь. Погодите. О! Красота. Просто красота. Вообще. Красотища. Вот так. Так. Снимаем запрет на постройку. Фигачьте. Так. Тут у вас просто... Просто вот так. Пум. Надо тут разбираться с поездами. Обгон всего этого делать, все такое прочее. Так. Жадах, иди сюда. Что я затеял? Объездной путь. Потому что дальше им не разойтись будет. То есть что-то туда, ну, сюда. Вот тут им разойтись просто негде. Вот, вот тут можно обход сделать по одной. Но это все очень сложно. Так. Ждать будут поезда. Вот эта одинокая ветка, это прям... прям узкое место. Вот тут можно сделать. Я попробую. Ферменный мост я там настроил, а он электрический, вот ли, блин, а я там понастроил мостов, да, угол соединения слишком острый, а мосты только прямые бывают, да. Смешно. Так. Тут можно мост там еще. Ну прям здоровый. Это сколько времени строят? Так, слушайте, я не электрических мостов настроил, я прав? Этот мост он не электрический. Ну да, деталей к нему нету. А я могу заменить вот так на лету? Могу.
Блин, надо же было так понастроить, а? Ну, туннели вроде все электрические. Так, тут туннели, 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 мост. Так, где мост начинается? Давай отсюда тогда начинать, что ли? Все? Все вроде. Ну, вроде разобрался. Мост без электричества, да, сносить бы пришлось. Ну, а тут не написано. Ну, как, по деталям, может, понять, что он с деталями, значит, электричество. Ок. Надеюсь, там нигде не нашивался. Сколько тебе строить-то еще? А, ну, почти. Почти. О, машина выстрелит, смотрите. Вся стройка закончилась, потому что. Ну чё? А кто работать-то будет, да? А никто пока не будет. Так. Кто будет, кто будет. Никто не будет. Строить. О, поломились, смотрите. Приятно посмотреть. А, так вы все каналии построили? Вот у орлы. А вот это что никто не строит. Вот я за деньги построил. Что я подумаешь? Так, тут все нормально под землей. Тут все офигительно под землей. Работаешь? Да. Так. Погодите. А, сносится еще. Отлично. Надеюсь, динамит для этого не потребен. Вроде нет. Просто не все вывезли. Ну, одна контора демонтажная. Пусть вывозит так много. В целом, почти полный. Из домов убежали, нет? Не, не из домов. Все, на этом все. Жмите, пишите. До новых встреч.